субботу в Самарской области пасмурно и облачно. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 8, плюс 12 градусов. Ночью 3-5 выше 0. Ветер южный, юго-западный. Будет дуть со скоростью от 3 до 7 метров в секунду. В Сызрани небо в облаках. Пройдет небольшой дождь. Днем плюс 8 градусов. Ночью 3 выше 0. В Тольятти пасмурно, осадки в виде дождя, днем плюс 10, ночью плюс 5 градусов, ветер юго-западный 7 метров в секунду. В Самаре облачно, пройдет небольшой дождь, днем плюс 10 градусов, ночью 4 с плюсом, ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 64%. Геомагнитное поле неустойчивое. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.